Генеральный спонсор программы «Звезды в эфире» – магазины «Вестфалика». «Вестфалика» – это современная городская обувь, комфортная и в то же время стильная. Магазины «Вестфалика» в Архангельске и Северодвинске предлагают актуальные модные коллекции обуви на каждый сезон. Будьте в тренде, носите обувь известного российского бренда «Вестфалика». В гостях у программы «Звезды в эфире» певица Валерия. Она не приемлет халатного настроения, не страдает звездной болезнью, зато обожает спорт, хорошее кино и следит за творчеством своего сына, молодого пианиста. Словом, полчаса разговора, и вы увидите совсем другую Валерию. Здравствуйте, с вами снова «Звезды в эфире». Я актриса Архангельского областного молодежного театра Яна Панова. Наша гостья выглядит очень хрупкой и нежной, но, как мне кажется, она очень сильная и волевая женщина. У нас в гостях народная артистка России, певица Валерия. Здравствуйте, Валерия. Очень рада, что вы согласились прийти к нам на встречу. А лично я рада, что мне не придется, знаете, в разговоре лукавить, когда я вам буду говорить хорошие, добрые слова. Потому что, как мне кажется, хотя у нас теперь любой человек, кто только из экрана телевизора помахал рукой, уже звездой именуется, мне кажется, что вы одна из тех немногих персон на нашей эстраде, которая, по большому счету, соответствует этому статусу. Спасибо. И вот хочу вам высказать свое искреннее уважение. Спасибо большое. Вот. Спасибо. Давайте, вас, конечно, не надо представлять зрителям, вас знают все. Но вот немножечко вернемся к вашему началу. Вы громко заявили о себе, насколько я понимаю, в 92-м году, да? И как-то вы так мощно, у вас сразу диск англоязычный вышел. Диск романсов вышел, вы стали победителем программы «Утренняя звезда», «Братиславская лира», да, президентских сим... Насыщенный был год. Да, и 93-й год, вот у вас, вы были названы, значит, как-то там, по версии печатного органа Союза журналистов, человеком года. Это ведь очень ответственно. Ответственно, да. И, ну, действительно, наверное, потому что как-то так случилось, что буквально просто ворвалась на сцену в попытке занять свое место и высказать то, что, наверное, накопилось, то, что было. И не все, наверное, готовы. Кто-то встретил мое появление в штыки. В общем, по-разному. Не было какого-то однозначного совершенно мнения или настроения. Ну, во многом какие-то ходы, ну, как сейчас уже называют, пиар-ходы, тогда же, по-моему, даже таких слов даже не употребляли. Тем не менее, они были, может быть, слишком дерзкими, такими воспринимались, потому что все было в новинку у нас. И, ну, в общем, мне было непросто, одно могу сказать, потому что я, в общем, в жизни человек, ну, вот такая, какая я в жизни, это совершенно не соответствовало, вот эти ходы, вот те самые приемы, они совершенно не соответствовали, не отвечали каким-то моим внутренним представлениям и потребностям. А вот продюсер видел мое продвижение именно таким образом. Я вот в неком таком противоречии существовала. Ну, вот потом как-то с годами это противоречие удалось нивелировать, и уже. Слушайте, ну дальше вы шли очень красиво и ровно. И как-то такого я посмотрела в социальных сетях. У вас множество призов, у вас множество наград, у вас 15 альбомов выпущено за это время, да? Да, я каждый раз сбиваюсь, как раз я считаю, так начинаю перечислять, забываюсь. И у вас выпущено вами две книги написано, и вы воспитали детей, у вас уже взрослые дети, большие, самостоятельные. В 2013 году вам присвоено звание «Народной артистки России», а в этом году по версии, значит, Муз-ТВ, вы названы исполнительницей десятилетия. Вот скажите мне, к чему я веду? Вот та девочка, которая в 1985 году приехала из Аткарска, и звали вас тогда Алла, да? Да. Поступать в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Вот она загадывала себе такую блестящую карьеру, вот такое будущее? Или вам главное было просто, что вот петь и петь, вот и все? Ну, во-первых, действительно, я очень любила петь, что, собственно говоря, не растерялась годами. Мне по-прежнему нравится это делать. Конечно, я не знала,
и не могла знать в подробностях, как сложится моя жизнь. Но я почему-то с малых лет была абсолютно убеждена, что я не просто буду петь на сцене где-то там вот в нашем районном доме культуры, а что обязательно, что я обязательно выйду на широкую публику. У меня в этом не было никаких сомнений. Я не знаю, откуда у меня такая была внутренняя уверенность. Может быть, самоуверенность. Я не знаю, такие амбиции. Но я как-то с этим жила. Я недавно прочитала какую-то книжку у психолога американского. По-моему, «Подсознание может все». Но все это, конечно, на самом деле глупости. Я вообще не очень в это все это верю и вникаю. Но тем не менее, мне было любопытно вот такой факт. Там вот этот автор книги пишет, что обязательно нужно жить с установками такими, что я вот не просто я сделаю, я чего-то достигну, а ты мысленно переносишься туда, где ты уже все это сделал, и живешь с ощущением, что все это у тебя есть, только оно вот-вот-вот-вот, как ты им распорядишься. Вот я удивительно, вот я не читала этой книги, тогда еще она даже написана не была, но я жила с ощущением, что у меня это уже есть. Даже я об этом не мечтала, я просто знала. Ну, может быть, это совпадение. А может быть, действительно, человек должен давать себе какие-то в жизни установки такие мощные. И поэтому как-то вот тебя вот так вот и несет. Слушайте, а вы верите в астрологию? Часто говорят, вот мне астролог сказал, что ты там будешь, вот это или не будешь. Нет, ты вот все-таки романтик, я все это вообще не верю. Все, да, это все мило. Ну, слушайте, хорошо. Слушайте, у меня такой вопрос. Вот почему ведь многие люди начинают, вот появляется какой-то исполнитель, думаешь, ух ты, блин, голос, а потом он нет, потом он через несколько лет вот поет какую-то ерунду, и как-то он, ой, меня не поняли, не признали. Вот в чем секрет такого красивого творческого пути? Вот как вот, почему некоторые исчезают? Сложный вопрос. Что вот это? Что это надо? Счастливый случай, счастливая встреча, менеджмент хороший. Понимаете, все вместе, все вместе. Нет какого-то одного рецепта, наверное, успеха, потому что действительно часто бывают яркие артисты, появляются, вспыхивают. И по разным причинам пропадают. Да. По разным. Кто-то возносится очень быстро и теряет связь с реальностью. Ну, в принципе, у вас было такое начало, вы тоже могли бы, вот звездная болезнь, и все, я так. Да, наверное, меня так воспитали, что это, в общем-то, не грозит. Это потом у меня была такая личная жизнь суровая, что там было, собственно говоря, не до звездной болезни, не очень здорово заземляли. Вот на самом деле, может быть, и в этом тоже есть какая-то такая правда термяжная, потому что вот, за что я тоже благодарна, потому что, ну, неизвестно, а может быть, я была бы другая, если бы не никакие другие обстоятельства. Ну, сейчас трудно понять, как, почему. Но опять же, бывает так, что человек, вот слава кружит голову, и уже не так хочется работать, кажется, что все это уже было. Вот удивительно, когда приходит успех, кажется, что так было всегда. И, да, вот, и я думаю, что многие молодые артисты, они вот сегодня там выстрелив, там, имея всего две песни каких-то, они безумно популярны, востребованы, и у них они живут с ощущением, что так было всегда, и так будет всегда, а ничего подобного. Да. Это все очень быстротечно. И если артист хочет работать на длинной дистанции, то, конечно, надо прекрасно понимать, что жизнь наша строится по синусоиде. Бывают, конечно, всплески такие, бывают спады, бывает ровное какое-то такое движение. Но все-таки для того, чтобы оставаться в профессии своей, нужно просто очень много работать. Вот этот момент. И неважно, что у тебя происходит в этот момент. Вот сейчас вот везет тебе или не очень. Потому что очень часто бывает так, что кажется, вот ты выбираешь песню, кажется, что это просто вот супер. Мне кажется, что эту песню нельзя не полюбить. Прям все. А как-то зритель, там, слушатель к ней достаточно равнодушно оказывается. И ты не понимаешь, а почему? Ну почему же так? И наоборот случается, когда кажется, что песня такая, так она альбомная, такая альбомная какой-то трек, потом она бах, и она выстреливает так, что просто на протяжении 10 лет там поешь ее из концерта в концерт. Поэтому успех, конечно, однозначно предсказатель, спрогнозировать невозможно. Вот единственное, что я понимаю, нужно честно относиться к своей профессии, и зрители, которые приходят на твои концерты, они это чувствуют, они это знают. Сыграть один концерт, собрать один раз зал, ну, большого труда, наверное, не составляет. Песня какая-то крутится известная, пришел в зал, посмотрел, а если халтура, то второй раз не придут, и естественно, и третий тоже. Вот. А задача-то какая, чтобы на протяжении многих лет ходили, чтобы не разочаровывать, чтобы появлялись новые песни, чтобы чем-то удивлять зрителя. И самое главное, вот сохранить вот это вот доверительное отношение. Я очень благодарна моим зрителям, моим слушателям, потому что вот столько лет я пою, столько лет езжу на гастроли, ко мне приходят на концерты. Знаете, я вчера даже спрашивала в Архангельске, я говорю, скажите, есть в зале те, кто был на моих концертах? И
ползала, может быть, даже больше. Хором сказали, да. Видите, у вас преданные поклонники. И мне кажется, это очень-очень приятно. Еще здорово, что приходится со своими детьми. Вообще, мне кажется, я такая семейная певица, на мои концерты семьями ходят. То есть все поколения. Но мне особенно приятно, что ходят совсем юные, молодые, потому что это моя будущая аудитория. Ну, соответственно, она обновляется, она расширяется. Вот вы говорите, здорово. Будущая аудитория, а вот сегодняшняя певица Валерия, вот какие творческие вершины вы еще не взяли вот для себя? Вы вот еще о чем-то дальше там мечтаете? Или... Ой, знаете, хочется писать хорошие песни, хочется снимать красивые клипы. И, безусловно, конечно, все вот, мы говорим, хит-парады, какие-то награды, все это вещи достаточно условные. Да. Конечно, мечтать о Грэмми – это, ну, это абсолютно утопия, но, ну, мало ли, может быть, все когда-нибудь может быть, в принципе, все может быть. Поэтому мы не сидим на месте, поэтому и сотрудничаем с разными авторами, и делаем такие повороты, может быть, для кого-то кажется, они кажутся резкими слишком, записи там, английских альбомов и так далее. Сотрудничаем с разными музыкантами и, в общем-то, готовы всегда на эксперимент, потому что хочется развиваться в своей профессии, не стоять на месте. Но сейчас, наверное, не очень простое время, потому что, ну по многим причинам, вообще обстановка в мире и экономическая ситуация тоже во всем мире. Конечно, это напрямую связано с возможностью реализовать свои какие-то творческие планы и амбиции. Но будем жить вот в сложившихся условиях, обстоятельствах. Слушайте, вот если говорить вот о зрителях, знаете, у меня где-то тут есть рояль в кустах, я это так называю. У меня такая бумажка, так сложилась. Я вот назвала для себя эти вопросы «Глаз народа». Мне знакомый написал, он учится в консерватории позавчера. «Что ты делаешь?» Я говорю, ну, я продумываю, вот о чем я буду говорить с Валерией, у меня интервью. Он говорит, а что ты ее будешь спрашивать? Я говорю, ты знаешь, вот о чем ты захочешь, о том буду спрашивать. И он мне такой раз и несколько вопросов. Потом совершенно случайно на улице разговаривалась позавчера с женщиной. Мы идем у драмтеатра, ваша афиша. Я говорю, слушайте, а вам нравится певица Валерия? Она говорит, да. А я говорю, какой бы вопрос ей хотели задать? Она так на меня посмотрела. Я говорю, задавайте, я передам. Она задала. И вот я сейчас скажу. Значит, спрашивает меня этот молодой человек. Помогаете ли вы молодым начинающим певцам? Вот я хочу задать встречный вопрос этому молодому человеку. Вот чем я могу помочь молодому певцу? Ну, это каков вопрос такого? Я могу сказать, что вот как могу. Да. Я неоднократно исполняла дуэты с молодыми артистами, таким образом привлекая внимание уже своей сложившейся аудитории к молодому артисту. Да, такой опыт у меня был, и неоднократно. Вот. А сейчас же все решает телевидение и радио. Да. Интернет во многом, кстати, вообще совершенно независящий. Слушайте, вы же видите, у вас есть опыт преподавания, я так понимаю, в Гнесинке. Вот чем я могу помочь? А вы вот преподавали надо... сколько там? Вот, я преподавала там 2 года, почему это был заочный факультет, в общем, по сути, 2 месяца в году. У меня нет такой возможности. Слушайте, я со своей дочерью не могу заниматься, называться с другими педагогами. Слушайте, а вообще вы не исключаете в будущем, например, вам интересно вообще вот это, что-то передать, опыт своим молодым? Как-то... Я не знаю, все-таки педагогу надо родиться. Вот моя мама 50 лет преподает фортепиано. Моя мама тоже фортепиано преподает. Да. И я понимаю, что она не может без этого существовать. Вот она сейчас переехала в Москву буквально вчера. Наконец это случилось. Но все равно она будет обязательно давать уроки, потому что это ее жизнь. Она не может иначе. Ну, я как пока это не чувствую такой потребности внутри именно вот преподавательской. Это нужно иметь особый дар. Ясно. Так, вот еще вопрос от него же. Есть ли у вас вокальный педагог? Или вы уже сами вот, вы уже слышите все? Я могу сказать, что одного педагога нет, и я периодически занимаюсь и беру уроки у разных преподавателей для выполнения каких-то определенных задач. Вот мне надо чем-то поработать, если я чувствую, что мне нужен взгляд со стороны и какая-то некая помощь, то я обращаюсь к преподавателю. Вопрос этой женщины, вашей афиши. Она говорит, спросите, почему сейчас Валерия не поет романсы? У меня был ее диск, я слушала. А я думаю, а почему? Мне кажется, вы поете. Я просто не в курсе. Просто, может, по телевизору это как бы не показывают. Ну, конечно, по телевизору не показывают. И то не всегда иногда что-то такое там появляется. Во-первых, у меня пару лет тому назад был большой концерт в Кремлевском дворце с большим симфоническим оркестром. РНО, да. То есть это все, это был такой масштабный проект. И вообще целый концерт был практически романсов и лирики.
такой, эстрадной песни, классической нашей, вот, там, музыка 50-х, 60-х, на хорошие стихи. Поэтому да и в концертной программе своей соли я обязательно исполняю романсы. То есть вот сейчас, вы, когда у вас концерты вчера, вы обязательно включаете романсы? Да, я пела современный романс, потрясающий романс мне написал Игорь Крутой на стихи Римма Казакова. Я получаю огромное удовольствие, самое главное, он всегда потрясающе принимается любой аудиторией. Слушайте, вопрос вот лично от меня. У вас голос звучит, вот он звучит очень свежо и молодо. Вы как-то вот охраняете, что любит и не любит голос вообще? Или у вас просто уже такие связки, что вам все не почему? Нет, ну такого не бывает, потому что все-таки это мышцы, они нуждаются в регулярных занятиях, в тренировке. Но в то же время, как если ты слишком много занимаешься, получается, слишком много работаешь, то появляется, конечно, вокальная усталость, и нужен отдых обязательно. Но все-таки, мне кажется, здоровый образ жизни это вообще ключевая вещь. Я не курю, я не выкурила ни единой сигареты в своей жизни, даже не пробовала, не знаю, что это такое. Да, это главное, потому что, конечно же, всегда человек, который курит, слышно. Сначала может, а потом сами думают, Глаза садятся, это факт. И ничего с этим не поделать. Да. Я занимаюсь дыхательной гимнастикой обязательно. Ну, вот, пожалуй. Я думаю, что любая женщина вообще может позавидовать вот вашей форме. Вы вообще шикарно выглядите. Спасибо. Я знаю, что вы написали книгу «Йога с Валерией», да, так она называется. Ну вот как вот так вот жить, что вот делать, чтобы однажды, знаете, вот такое ведь бывает, женщина подходит к зеркалу и думает, ну все, пора. А что пора? Вот уже поезд ушел, рельсы разобрали, ей же надо принимать кардинальные меры. Наверное, все-таки надо как-то, вот чтобы стиль жизни был такой, чтобы не то, что вот, о, худей к Новому году, хорошей к дню рождения. Да, вот, да, вот, да. Как вот сохранить себя? Вот что вы посоветуете женщинам? Ну, во-первых, начинать заниматься собой никогда не поздно все-таки. Вернее так, лучше поздно, чем никогда. Ну, в общем-то, да. Поэтому мне хочется, вот я даже на концертах говорю, слушайте, я вас призываю, ну, надо себя немножечко любить. Вот, знаете, вот морщины, вот это даже не важно. Знаете, сейчас там существует множество ухищрений, да даже если к ним не прибегать, это не имеет значения. Важно качество жизни. Это вот то, к чему я стремлюсь. Я очень хочу, и если даст Бог мне здоровье, я буду продолжать заниматься. Просто это возможность жить долго и счастливо. Не просто влачить там какое-то существование. И ходить по больнице. Да, а просто, чтобы жить активно. Да. Вот это то, чего я очень хочу. Я хочу путешествовать. И я понимаю, что на самом деле с возрастом у человека, ну, допустим, какой человек на пенсию, и если он физически здоров, мне кажется, для него должна открыться какая-то совершенно новая жизнь. Мы сейчас не говорим о тех людях, у которых есть возможность путешествовать. Конечно, у европейских пенсионеров такая возможность есть. И как раз у них начинается самый яркий, наверное, период жизни, когда дети выросли, внуки уже тоже большие, уже забот никаких, живут люди для самих себя. И радуются. Но все-таки, мне кажется, что и в наших условиях все равно это совершенно возможно. Вот если не болеть, если заботиться о себе, начинать вот чуть раньше. Понимаете, конечно, существует, сейчас не будем говорить там генетические какие-то болезни и так далее. Но все-таки вот надо настраиваться так жить. И я маму свою наконец оторвала, буквально вот вырвала с работы, потому что, мам, ну невозможно столько жить в работе. Ты не понимаешь, что сейчас у тебя откроется совершенно другая жизнь. И часто, когда мы общаемся с нашими какими-то знакомыми, которые еще даже не достигли пенсионного возраста, а в силу каких-то обстоятельств с работы ушли. Ну, у них есть такие возможности, там, мужья работают и так далее. Причем женщины, которые... Женщины профессии, женщины дела. И вот я вот говорю, а как же без работы? Мне отвечают, да замечательно. Знаете, вот все-таки у нас вот этот советский какой-то склад, вот менталитет такой, что мы даже в работе, только в работе. Да. У нас жизнь — это работа, работа — это жизнь, и все вокруг этого. Все понятно. Поэтому я вот сейчас пытаюсь как-то свою маму убедить в том, что не вся радость только в работе. Да, хочется, конечно, чтобы самой приносить пользу какую-то. Но, представляете, сейчас вот сколько можно всего нового узнавать. Есть время для того, чтобы узнать. И это совершенно не обязательно для этого иметь много денег.
Да? Вот, я не знаю, вот я в своей говорю, давай сейчас компьютер надо освоить, там, mm-hmm. записаться на какие-нибудь курсы, не знаю, английского языка, немецкого, какого угодно, испанского. Mm-hmm. Вот просто какой-то, не знаю, купить абонемент в консерваторию, не знаю, ходить на каждый концерт. Это просто какая-то новая интересная жизнь. И вот для того, чтобы так жить, конечно, нужно иметь здоровье. Вот, да, друзья мои. Да. Слушайте, а вот а как вы питаетесь? Вы, ведь, наверное, очень мало едите. Что вы исключили из своего рациона вообще? Или ничего, такого? Я все ем абсолютно. То есть понемножечку, да? Вот так, что... Абсолютно всеядно. Ну, бывает, взрываюсь, конечно, когда очень вкусно, я могу очень много поесть. Слушайте, бывает, что вы ленитесь, и вообще вы ничего не хотите делать, и вот, мне кажется, это же хорошо, тишина, идешь, лохматый еще с чашкой кофе по квартире, ничего не хочется. Полениться вы себе даете возможность, или как-то вы... Не могу. Я просто, мне просто это не нравится. Да? Нет. Во-первых, я не могу выйти неопрятной к столу, я не могу выйти лишь бы в чем, потому что, ну, слушайте, у меня мальчики в доме. Ну да. Муж-то, ладно, он меня всякую любит. Понятно, что дети меня тоже. Но мне приятно их радовать. Я хочу, чтобы они мной гордились. Да. Я думаю, они вами гордятся. Ну, вот, мне тоже так кажется. Но, во всяком случае... Мне кажется, это важно. Женщина не должна. Да. Вот так. Потом, знаете, это внутренне мобилизует. Я вообще не ношу халаты. Я не понимаю, вот как это так. Мне кажется, это вот такое халатное состояние, да, какое-то там халатные отношения. Уж я не знаю, связано это или нет. Но у меня действительно, как я такой делаю халат, у меня халатное какое-то. Да. Вот поэтому, это расхолаживает, я не, вот, да, все. А халаты расхолаживают. Вот, понимаете, что-то в этом есть. Я это совершенно не люблю. Я люблю сразу же. Если я проснулся, я никогда в жизни не пила кофе в постели. А как вам кофе в постели? Что за глупость? Чего в постели надо? И проснулся, все, жизнь уже началась уже. Все, надо уже начинать жить. Все, если даже там, чай, кофе, должно быть где-то уже за столом. Почему в постели? Слушайте, ну вы идеальная женщина. Да никакая не идеальная женщина. А что может идеальную женщину вывести из себя? Ну, в принципе, идеальная, потому что взяться за себя, так это ведь для некоторых каторжный труд. И думаешь, вот с завтрашнего дня начинается. Знаете что? И завтра начинается. Каждая привычка формируется. Так у нас мозг устроен. В течение 3 недель. Угу. Если что-то делать на протяжении 3 недель, каждый день, вот ежедневно, то потом уже привычка уже начинает перерастать в некую потребность. Надо это только продержаться 3 недели. Вот заставлять себя. И так перестраивается. Это наше сознание, мы так устроены. Это никто. Мои заслуги здесь нет. Ну просто как так сложилось вот в начале. Вот как-то вот, да. А дальше я уже просто без этого не могу. Все. Слушайте, вот хочу спросить про вашу вторую книгу. Это автобиографическая книга. Вот когда вы ее писали, вот какой был ваш посыл? Вот кому? Вы же не просто вот рассказывали, не пожаловаться же, да? Не. Вот, наверное, вы же что-то... Какой посыл был вот женщинам, наверное? Посыл главный, что не надо... вот эту боль таить в себе, потому что я молчала очень много лет, я боялась, мне было жутко стыдно, я даже своим близким, родственникам, родным своим, там, родителям далеко не все рассказывала, потому что мне казалось, что это, ну как же так, это же я сама выбрала этого человека, это моя жизнь, и я знаю, что никто все равно повлиять не мог со стороны, ну никак, никаким образом, ну смысла расстраивать своих близких, да, и вот. И как-то в обществе отношение это вот к семейным делам, оно было совершенно другое. Сейчас легче. Сейчас просто другое уже отношение сформировалось. Сейчас женщина может получить юридическую помощь. Она, в конце концов, может вызвать полицию. Потому что если раньше в 90-е, представляете, что такое вызвать милицию? Да. Ну и что милиция скажет, о, муж достает из кармана $100 и говорит, отправляйтесь вы, друзья. Я не исключаю и сейчас такой возможности кое-где, кое-когда, но не так массово, как нет, было Мелисса тогда. Сейчас говорит, как вот, ну ведь не убил же пока, так вот такие случаи тоже бывают. Чего вы это самое? Ну подумаешь, ну семья. Да. Вот, нет, сейчас все-таки приложился к этому, сейчас к этому совершенно другое отношение. И потом не надо бояться бороться, отстаивать свои права. И очень, вот знаете, я получала огромное количество писем, особенно когда вот книжка. Да, вот интересно. Вот насколько эта проблема актуальна для Она просто гигантская для нашей размера. Страны. Я даже себе не представляла, то сколько женщин живут. Тысячи женщин живут, живут вот с тиранами. И молчат, и плачут, и ничего поделать не могут. Ну а почему, вот если, я понимаю, кому-то некуда идти, но когда вот человеку есть куда идти, что она стыдится, жалеет, вот что дети без отца будут, она пытается вот вместе, его исправить, она считает, что любовь вот все равно исправит. Ну, вот это вот наш такой, вот я тоже так думаю, совершенно бесполезно. Ну как, ты не можешь изменить отношения в одностороннем порядке. Да. Ну ты же не можешь переделать человека, ну он такой. И что бы ты ни делал,
Как бы ты себя ни вел, все равно это будет прорываться. Самое главное, от этого страдают дети. Я считаю, что я их вовремя сделала, у меня дети пока были совсем маленькие. Слушайте, да, вот самый сложный вопрос. Да. А как объяснить детям? Как вот сделать так, чтобы они потом... Почему объяснить, если дети свидетели обычно всего вот этого безобразия? Да. Им даже объяснять ничего не надо. То есть они все сразу поняли? Они все понимают, это? И они счастливы от того, что вдруг в их жизни исчезает вот эта опасность. Это опасность, источник вот чего-то такого страшного. Поэтому мне кажется, что женщины, особенно вот у кого есть дети, просто должны это еще раз подумать о том, а стоит ли вот этот брак таких жертв. Потом, знаете, я как-то одно письмо пришло мне от женщины, и таких писем обычно получала, и электронных, там, и сообщений всякие там, на сайты, куда угодно. Пишет мне, что у нее муж был, от которого она прям очень зависела. Причем он какой очень серьезный, он был юристом. Юрист, представляете? Да. И он над ней издевался. То есть он знал все законы, у нее было двое детей маленьких. Она буквально вот взяла детей под мышку и убежала. В общем, уехала в другой город. Устроилась, жила в каком-то общежитии, работала в киоске, подавала. У нее хотя высшее образование, но как-то совершенно не могла устроиться на работу. И она говорит, я чувствовала себя такой счастливой. И потом дальше она нашла работу, и дальше у нее как-то жизнь потихоньку, понемножку, вот эти подлежащие камни вода не течет. Вот все равно нам жизнь как-то подбрасывает какие-то ситуации, какие-то варианты. Но все равно у тебя другая история не начнется, пока ты не закончишь предыдущую. Да, понимаете? Вот поэтому сидеть и ждать, что изменится, не изменится. Вот это я поняла. Никогда. Если мужчина единожды поднял руку на женщину, это будет повторяться. Ну, сейчас у вас все хорошо, вы счастливы, вот, дети слава, радуют. Слава. Слушайте, вот, кстати, вот про детей. С вами дети сейчас выходят на сцену, и у вас сейчас будут концерты «Формула счастья». Они в одиночку выходят. Вот вы знаете что? Я когда смотрела выступление вашего сына, вот я посмотрела на конкурсе «Щелкунчик», кстати, он мне показал, что он похож на Ивана Клиберна. Все говорят. Да, он очень похож. Вот даже не то, что... лицо, а вот как-то даже какой-то манера держать себя. Ну, образ как-то. Вот правда. И вот мне кажется, что вот эти дети маленькие, они такие трудяги. А он не хотел бы вот на конкурс Чайковского, он, как вы думаете, он в этом году не успел, честно говоря, вот он, когда прошел все эти конкурсы детские, он сказал, мне хватит, больше никаких конкурсов в моей жизни. Ну, может, немножко отойдет и как-то ну, потом... Ну, в общем-то, уже прошло три года с того момента, они очень тяжело ему дались, был прямо такой, ну, тяжелый был у нас период. Но он сильный человек. Сильный, конечно. Значит, и выдержит. Сейчас, конечно, он взрослеет, и мужает, и крепчает. И... Может быть, его, потому что следующий конкурс будет через 4 года, в этом году же только был конкурс Чайковского. Может быть, у него какие-то другие мысли появятся на этот счет, может быть, и пойдет. А, но, во всяком случае, сейчас у него нет никакого желания. Вот, вот эти дети, знаете, вот когда Щелкунчик, я думаю, а как они из них выбирают? Вот они стоят со скрипочками, они сидят за роялем, они такие одухотворенные, они такие прекрасные. Я думаю, как же сложно... Как же сложно выбрать, кто из них лучший? Это жернова прям такие. Это очень, очень серьезно. Я считаю, что конкурсы детские, такая вещь достаточно жестокая. Наверное, крепкую нервную систему, наверное, детям иметь. Вот... В принципе, как, настрой какой. Все у равно. Вас серебряный щелкунчик, да? Да, ну, так даже не хочется обсуждать эту тему, потому что все очень, очень непросто. И я, с одной стороны, я очень рада, что Сене дали серебряный, хотя он заслужил большего, по одной простой причине. Потому что очень много было разговоров, когда он был явным претендентом на первое место, говорили, что ну, конечно, слушайте, ну, сын Валерии, там, Пригожина, все купили. Ой, что писали вообще на этих форумах. А что тут писать? Это же видно, как человек играет. Что вот...
А тем не менее, каждый же родитель, он про своего ребенка думает, что он тоже самый лучший, понимаете? Ну да. И здесь вот такое столкновение интересов. И все пишут, а вот дали серебряный премию, говорит, ой, ну все хорошо, все замечательно, все успокоились, все хэппи-энд, понимаете? Поэтому, конечно же, детям не просто, потому что им приходится преодолевать некое вот такое вот сопротивление. Если вот даже вот выходит на сцену, ага, ну понятно, потому что родители. А ты пойди, вот знаешь, это как в спорте, вот пойди-ка 100-метровку пробеги, да? Ну вот все равно человек же сам бежит, ты же за него не пробежишь. Вы знаете, что меня поражает? Ведь в обществе у нас люди, многие не понимают, что вот музыка классическая, да, вот академическая, фортепиано, там, на скрипке играть, что это ведь очень тяжелый труд. И я помню, как одну тему в интернете обсуждали, тема, что такое настоящий мужчина, и вот армия, и, значит, там пишут, ну, вот эти музыкантишки, у них там отсрочки, они не идут в армию. Ну, мы говорим о серьезных музыкантах, да, и женщина пишет. Да, пусть бы они там побегали, там, позанимались чем-то серьезным, а то больше скрипочки в руках не держали. А я думаю, вы какие глупые люди. Вот встаньте вот так, без скрипочки, и постойте и так постойте. 4 часа. Да, да, да. И вы посмотрите, как дети, которые держатся эти с 4-6 лет по несколько часов в день эти скрипочки, что у них нет игр, у них нет компьютера, что они трудяги. Да. И кто из них? Ведь единицы выбиваются вот конечно, как-то уже наверх, и их надо беречь, холить, лелеять, потому что они как раз отстаивают культурную честь, можно конечно, так сказать, страны нашей. Нет, ну, конечно, вообще... все можно, конечно, снизойти просто до самого такого. Да. А зачем нам вообще культура нужна? Да. Зачем нам нужно искусство? Что-то тоже художник сидит там, что-то малюет. Зачем это нам нужно? Не нужно, пусть идет, он строит он что-нибудь. Слушайте, пусть маляром работает. Совру, по-моему, Черчилль сказал, когда война была, сказали, что вот, вроде это было так, что надо, допросили срезать бюджет на культуру, на образование. Он говорит, а что мы тогда будем защищать? Это вот в самом деле, вот что мы будем защищать, если мы все будем там вот бегать, прыгать? Ну, и как-то многие люди не понимают, что есть вот, вот культура, вот это... Ну, таких вот все-таки, это... все-таки таких меньшинство. Я надеюсь на это. Все-таки я надеюсь на это. Я вот просто, поскольку я довольно активно пользуюсь соцсетями и общаюсь с аудиторией, я хочу сказать, что все-таки хороших людей у нас больше. Иногда тоже злюсь и говорю, что меня может вывести из себя. Вот честно, тупизм меня просто вот... Мне выводит, я иной раз даже вступаю в какую-то полемику, потом думаю, зачем я это делаю? Зачем я это делаю? Это вообще кто? Вот кто это мне написал? Если это вообще какие-то тролли какие-то там сидят, пишут. Ну, как говорится, дурака учить, что мертвого лечить, в общем, в принципе, вот что это. Но тем не менее, иногда это работает. Если один вдруг мне там человек начинает адекватно там как-то реагировать, он говорит, ой, простите, пожалуйста. Думаю, господи, достучалась. Ну, хоть до одного. С другой стороны, ну кто мне уполномочен, никто таки не давал его учить его, воспитывать. Если его родители не воспитали, ну что ж теперь делать? Но мне кажется, все равно общество должно воспитывать. Все равно так или иначе как-то влиять на ситуацию. Но если люди не понимают, что хамить нельзя, ну просто нельзя, ты этого человека не знаешь, и кто тебе дал право, собственно? Во-первых, у меня никто не спрашивал, там начинают говорить, а я считаю, знаешь что, ты вот это вот сделай лучше, вот. Ты вот это одень, ты вот это вот так причешись. Тебя кто спрашивает? Ты профессиональный стилист, вот, ты почему даешь такие вот советы, хочешь спросить. Но все-таки, я к чему такое лирическое отступление? Я говорю, все-таки хороших людей, адекватных, тактичных, воспитанных, умных, во всяком случае, среди тех, кто вот, приходит ко мне в соцсети, их больше, и это радует. Слушайте, да, про костюмы вы сказали, а вот правда, вы сценические костюмы вы сами себе придумываете, или у вас есть стилист, как вот это происходит? Ну, по-разному же придумывать, я их не придумываю, ну, да, конечно. Ну, все равно как-то нет, ну, Алла Пугачева раньше, она вот с Ютой Диблохой, вроде как, она, и некоторые любят говорить, вот я себе там, она шьет, не шьет, но да, как бы рисует. Да, да, да. Нет, ну, есть какие-то, конечно, мы что-то можем делать вместе, если какие-то конкретные программы нужны, какие-то конкретные костюмы, мы с художником по костюмам вместе сочиняем. Но бывало так, что на самом деле я и придумывала себе костюмы, так вот примеряли, говорила, так сделаем, вот так, и оказались мы вообще просто в тренде, были первые, кто делал длинное платье с прозрачными такой серединой юбки. Просто так вот мы примеряли, я говорю, слушай, а посмотри, как красиво без подкладки. Одели, здесь так пышненько, здесь так красивенько, все, без подкладки, действительно, прям сетка такая. И потом на следующий год, все, это главный был тренд, и все абсолютно дизайнеры, все, не потому что они у меня там что-то списали, срисовали, конечно, нет. Но просто вот так получилось, вот как-то вот уловила вот эту волну. Дуновение, так дуновение, легкие намеки какие-то извне. Ну, бывает так. А вообще, очень часто покупаю готовые, готовые платья, наряды. Ну, благо, у меня стандартный размер, поэтому я могу себе позволить очень много.
Ну, а теперь еще скажем немножко о том, как поддержать свою физическую форму. Вот вы занимаетесь физкультурой, спортом, вот как? Ну, спортом-то нет, громко сказано спортом, но фитнесом. Я занимаюсь фитнесом, я занимаюсь йогой, вот, на самом деле, всю свою жизнь. Ну, просто каждый... Вот какие-то были у меня периоды, тут была аэробика поначалу, когда... А как вы к йоге вообще пришли? Ведь это тоже ведь не сразу все случается. Случайно тоже попалось. Я занималась вообще чаще всего, поскольку у меня всегда дефицит времени. Я покупала программы на дисках и занималась дома. Вот меня это очень хорошо всегда мобилизует. Ставлю программу. Ну, если там человек делает, почему я-то не могу? Значит, ну, я буду упираться, буду делать. Ну что, тяжело, не тяжело. Пока программа, ты же не будешь останавливать, перематывать, еще что-то. И вот вместе она идет, и я делаю. Вот так было всегда, много лет подряд. Потом мне попался диск очень хороший с йоговскими какими-то программами. Их было три, такие они 40-минутные были. Очень удобно, соответственно. То есть это всегда можно найти 40 минут времени. И я стала заниматься, а потом уже поняла, что что-то у меня дальше не продвигаюсь в практике. И тут я обратилась уже к специалистам, стала заниматься с учителем йоги. И для меня просто открылся совершенно какой-то другой мир, другое понимание себя, своего тела. И теперь я знаю, чем бы я ни занималась, каким бы видом фитнеса я ни занималась, я знаю, что я абсолютно все делаю правильно технически, потому что я чувствую каждую свою мышцу, каждую связку, я знаю, как все работает. Это вообще очень важно, просто вот жить и понимать, что, что вообще, как у тебя все там устроено. Вот, и ну, йога это само собой. А еще... утренняя зарядка для вас существует? Вот вы вот... Нет, зарядка, я не могу заниматься по утрам. Я не могу. И как вот говорят, кстати, специалисты, говорят, что в принципе это правильно. Нет, ну утром я встану, ну, потянусь, там, сделаю какие-то пару движений. Элементарно. А вот именно тренироваться не могу. Бывает так, что у меня нет другого времени, мне нужно тренироваться утром. Но для меня это вот, утренние тренировки это всегда испытание. Ну, понимаю, что надо, иначе у меня получается там пропуск и так далее, там накапливается. Мне это, конечно, внутренний дискомфорт какой-то приносит в мою жизнь. Вот, поэтому стараюсь. Ну, для меня оптимальный вариант это заниматься днем, лучше вечером, лучше в день. 10 вечера, но только не утром. Так что утренние зарядки, тем более пробежки не про меня. Когда какие-то вечеринки, ночные там, как сейчас это принято говорить, тусовки, вы стараетесь их избегать или вы ночью как? Вот мне эти тусовки, честно говоря, мало интересуют. Но бывают какие-то мероприятия, которые я не могу не посетить. Какие-то дни рождения или какие-то... значимые какие-то такие, да? Мои друзья там отмечают, я не знаю, радиостанция какая-то, что-то такое. Там, какие-то связанные так или иначе с работой. Ну, конечно, я прихожу, но я до последнего клиента не остаюсь. Я поздравляю, я какое-то время нахожусь там, стараюсь все-таки пораньше домой, я не хочу сбивать график свой. Знаете, если ты лег в 4 утра, я все равно встану на следующий день в 9 утра, не позже. Слушайте, а когда вы перелеты, вот, допустим, вы летите нам на восток, Иркутск, 5 часов, разница во времени, концерт, это тяжело? Ну, тяжело. Когда летишь на восток, получается, что Иркутск, на запад легче, мне кажется, как-то, да? Там, вот Иркутск еще это не самая дальняя точка, которую вы обозначили. Я просто знаю, что когда я в Иркутске, вот мне Камчатка. Говорят на репетицию, а я понимаю, что там 11, репетиция, вечером спектакль. А в Архангельске это 6 утра, я в это время сплю, так это же ужас. А Камчатка? Камчатка, вот так, да. Вот Камчатка, да-да-да. Ну ничего, ничего, как-то так вот перевертыш, тут спим, тут в полуобморочном состоянии до концерта, а потом на концерт выходишь, ух, вроде как зрители сидят, зал и заряжает, все, зал заряжает, да, и ты вроде как уже тоже полон силы энергии. А потом прихожу, и после концерта еще там отдохну, а потом иду в спортзал, потому что у меня много силы и энергии. Еще, а ночь длинна, а спать не хочется. Ну так по-разному, ничего, привыкли уже. Слушайте, вот такой вопрос. Вот ваша дочка, она снялась для журнала «Максим», да? На обложку. Ну и достаточно такие откровенные... Вот вы как мама, вот как вы... Вы знали, что она будет сниматься? Как-то это обсуждалось? Или вот она снялась, и вы сказали, ой, молодец, дочь. Вот как вот это? Я знала, что она будет сниматься, но меня скорее поставили перед фактом. И... Я просто решила, думаю, я даже не хочу нервничать на эту тему, переживать, потому что, ну, это ее жизнь. Девочке на тот момент был 21 год. Она вправе сама принимать решение, что ей делать, как развиваться, куда идти, где сниматься, какие роли играть, какие песни петь. Это ее жизнь со всеми ее ошибками, со всеми ее победами.
я не знаю, она, я понимаю посыл, я понимаю, почему она пошла сниматься, потому что она действительно долгое время была помпушкой, но опять там было связано с состоянием здоровья, там были какие-то нюансы определенные, потом изменился метаболизм, и, в общем, ну, ей было непросто. И, конечно, когда девочка худеет, и когда приобретают уже совершенно другие формы, она по-другому выглядит. И она себе нравится, конечно, начинает. И не только себе. Конечно, у нее есть желание поделиться своей этой радостью с другими, сказать, вот, дорогие мои помпушки, вот вы не переживайте, вот вы тоже можете. И она является, кстати сказать, мотиватором для очень многих. Это я понимаю. Но все-таки, конечно же, я не хотела бы, чтобы она была в этом журнале. Ну что, ну так, вот так она решила. Ну что же, я теперь бойкот дочери объявлю, не буду с ней общаться. Нет, ну это безусловно, да. Конечно. Слушайте, а вообще, вы строгая мама, у вас детям все было дозволено? Или как-то вы все знали свои обязанности какие-то, были дела какие-то, что вот как вы? Ну, я не знаю, насколько я строгая мама, но, конечно, у нас бесконтрольно дети никогда нигде не гуляли. Я знала каждый их шаг, куда они идут, чем они занимаются, кто у них друзья. Я знала все, что происходит у них в школе, абсолютно. Я контактировала со всеми педагогами. Я не приходила в школу, потому что физически мне там, собственно говоря, не нужно это. Да. Родительские собрания, которые решают какие-то общие такие вопросы, хозяйственные, я даже сказала, да, где заплатить какие взносы, куда. Все, отправляли няню, которая, знаете, прожила 18 лет, воспитала троих моих детей. Поэтому, конечно, а я уже непосредственно общалась с классными руководителями, с конкретными преподавателями по разным предметам, где какие-то были проблемы. Поэтому, в общем-то, строгая. Были какие-то по дому обязанности? Ну, были какие-то. Я не могу сказать, что прям в этом смысле уж прям они такие были, мне прям убирались, готовили, гладили. Конечно, нет. Ой, вот, да как, но... кто из детей вот так вот убирается, готовит, гладит? Вот я равно, знаете, убиралась, обычно... готовила, гладила, у меня были четкие обязанности. Ну вот как-то вот многие, вот когда артисты говорят, ой, некогда за детьми было следить, но вы же все успеваете. Вот это очень важно, держать детей в поле зрения и разговаривать с ними, чтобы остаться вот и быть с ними. Было бы желание. Я, конечно, понимаю, что все равно моим детям меня не хватало. Конечно. Я вот сейчас, я это понимаю, но, ну что делать, ну такая профессия. Я вот делала все, что могла, все, что было в моих силах. Мне, конечно, еще очень повезло с няней. Она, кстати, актриса по образованию, закончила Щукинская, работала много лет, лет 20 работала в Тбилиси, в грузинском, в русском театре в Тбилиси. И когда началась там война, очень многие ее коллеги, в общем, практически весь театр перебрался в Москву, и только, наверное, 1-2 человека нашли себе работу по профессии. Остальные все пошли, вот, особенно 90-е годы это были, представляете, там Аня была, это был 94-й год, когда она к нам пришла домой, 95-й, наверное, да. То есть тогда невозможно было, и все пошли там, кто домработницы, кто просто полы где-то мыл по подъездам, знаете, какая так вот жизнь. Распоряжается, я хочу сказать, и то, что к нам попал вот этот золотой человек в дом Марии Романова, она стала крестной моим детям, она просто близкий родной человек, это очень умная, образованная женщина, которая... Вот она была как бабушка, наверное, детям, потому что моя мама жила в другом городе, и я без нее бы не справилась. Я настолько ей доверяла во всем, сейчас, когда она постоянно здоровье у нас уже не работает, мы все равно с ней все время созваниваемся, она на всех наших праздниках присутствует, и все. Если какой-то у меня есть вопрос по детям, что-то такое, какой-то есть нюанс, который хотелось бы, вот я себе там сомневаюсь, сама не могу найти ответ, я звоню ей, мы с ней обсуждаем, мы с ней Это вот просто, это как мое второе я просто. Поэтому я совершенно спокойно могла оставить детей. Я знала, что любая конфликтная ситуация будет разрешена абсолютно правильно, вот так, как бы я ее решила. Знаете, конечно, это большая удача. И я считаю, что вот мои дети выросли такими благодаря ей. Потому что если бы кто-то был другой какой-то человек, который просто бы кормил, поил и все, просто приглядывал за детьми, чтобы они там, знаете, здоровые просто были. Нет, такого бы не было. Она их воспитывала по моему отсутствию. Вторая мама в какой-то степени, вторая мама. Да? Здорово. Слушайте, вот еще вот тут немножко я позволю себе глаз народа. Ну, в принципе, вот вы, может, уже и ответили на этот вопрос. Ну, вот я знаю. Как вы считаете, звезда должна, кроме творчества, нести культуру массы, быть в этом плане примером, а то некоторые звезды ужасают своим низким уровнем культуры? Вот так поставлен вопрос. Ну, мне кажется, просто ответ он на поверхности, конечно. И вообще, мне кажется, искусство вот в нашей жизни, оно вот место искусства, главное предназначение, наверное, искусства в том, чтобы человека возвышать,
над вот нашей вот такой заземленностью бытовой, для того, чтобы у человека было стремление быть лучше, чище. Это все равно это какой-то призыв к более какому-то высокому духовному существованию, понимаете? Вот это вот... И почему я не люблю реалистичных фильмы, вот кино, которое показывает вот черноту такую, вот такой реализм, прямо вот как он есть, а может быть даже в утрированной какой-то форме. Ну, не люблю я такие фильмы. Он говорит, правдивое кино, оно заслуживает награды. Может быть, я не хочу смотреть такие фильмы. Я не просто хочу переживать, я хочу, чтобы хочу видеть еще какой-то выход, какую-то надежду. Какой-то посыл или хотя бы информацию какую-то для размышления, но все-таки не чтобы меня это не загоняло в тупик. Все, выхода нет, все, конец. Мне не нравятся такие произведения искусства. Я их и не считаю произведениями искусства. То же самое, наверное, и в любом другом жанре. Мне кажется, что все-таки вот знаете, у меня такая реакция. Если это вот чисто такая эмоциональная. Если талантливо, если это действительно высоко, я почему-то плачу. Почему от чего угодно? Это вот, я не знаю, у меня какое-то вот пробуждается что-то внутри такое. Вот классическую музыку я слушаю, у меня наворачивается слёт. Но опять да. не всякую классическую да. и не в исполнении каждого. Да. Конечно. Если это талантливо, если это по-настоящему высоко, у меня что-то там внутри начинает происходить. Да, включается. Включается, и всё. И без, и вот аж кому да. горе, ты не можешь... Точно так же от любого произведения. Это и фильм, это и живопись, все что угодно. Это вот какой-то на таком эмоциональном уровне. Вот хочется, чтобы какие-то вот такие возникали ощущения, чтобы хотелось дотянуться, чтобы хотелось возвыситься, а не наоборот. Да, там я так с вами всего согласна. Много. Да. Слушайте, ну еще такой вопрос. Я не знаю, я его задам. Вот почему так много занимаетесь рекламой? Ревгош, обувь, ну я так понимаю, это Вестфалика. Ревгош? Это что, бизнес? Ревгош, ну, Ревгош где-то вот видели там. Не знаю, сказать, что, я не знаю, что используют мои фотографии, я вам хочу сказать, очень много. То какие-то шубы, то, видите, какая-то косметика. Да, я к этому не имею ни малейшего отношения. Вы знаете, у нас как-то висела реклама в Архангельске, не будем называть название косметического салона, хотя я это помню. И у них, значит, вот эти баннеры висели, и там, значит, Моника Белуччи с пририсованными так вот, я думаю, вот знаете, какой кошмар! Это, ну как это, ну это даже сделано красиво, но она же, ну как вот это, да, ну да, сфотографируйте как какую-нибудь минимум. Красивую девочку, и вот там вот свои рекламируйте услуги, что там они хотели с этим прорекламировать, эти депиляции, типа находятся сами, нет, типа вот бедная отрасли у нее, а ей хорошо сделают, чтобы быть красивой, а ей вот это все ликвидирует ее проблемы. Слушайте, ну это правда кошмар. Ужас. Это... Я хочу сказать, я действительно, у меня много лет контракт с компанией Вестфалика. Я вот горячо, всей душой и сердцем поддерживаю этого российского нашего производителя. У меня мало два пальто. Вот скажу. Смотрите, вот. А, вот хотела задать вопрос. Вы ходите. Вот. Я хожу в Вестфалике, поэтому это не только реклама, это... Я действительно, у меня разные, много, конечно, разные другой обуви. Это не означает, что я Лабутен не ношу, или там, я не знаю, Сан-Лоран. Просто есть... Действительно, Вестфалика очень удобная обувь. И когда я еду на гастроли, я знаю, я достаю там, Вестфалику, и каждый год, конечно, обновляются коллекции. И коллекции очень модные. И самое главное, обувь качественная. Слушай, они только обувь там, потому что в том же один нас продают. Вот пальто, да. Да, сейчас появились там верхняя одежда, да. Уже верхняя одежда у них уже, они начали производить. У нас популярные это магазины, я могу сказать. Слушай, мои любимые лодочки замшевые красного цвета, вот любимейшие мои, которые просто выглядят сумасшедше. И никто даже не знает, что это Вестфалика. Я всем говорю, друзья мои, вот это Вестфалика, все показано. Теперь буду знать. Какие у них в этом сезоне лаковые ботиночки? Тоже люди не знают, что это Вестфалика. Думаешь, что, наверное, какие-то крутые итальянские там. Я очень горжусь, правда. Слушайте, ну это значит честно. Вот не просто так это все. Слушайте, я благодарна вам за беседу. Я желаю больших творческих успехов вам и вашим детям. И счастья вам. Женского счастья. Спасибо большое. Спасибо. Рисовала мир, ты была бы самой счастливой. Знаешь, он так бы тебя любил, даже больше, чем ты просила. Я бы хотела в глазах твоих только радость чистую видеть, чтобы ни люди, ни дожди не могли бы тебя обидеть. Чуть
по моим губам. Я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Ты же солнце точь в точь, ты же лучше меня. Ты умнее меня, ты моя. Рисовала мир, ты была бы самой счастливой, и улыбалась бы чаще ты, никогда, никогда не грустила. Я бы тебе сочинила жизнь без одной единой слезинки. Я бы тебе дарила дни ярко-желтые, как картинки. Читай по моим глазам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Я твердить не устану. Ты же лучше меня, ты добрее меня. Ты моя мама. Красивей меня, я твердить не устану. Ты же лучше меня, ты добрее меня. Ты моя, ты же лучше меня, ты красивей меня, я твердить не устану. Ты же лучше меня, моя мама, ты моя дочь, ты моя, ты моя, ты моя.